Здравствуйте, уважаемые подписчики и зрители нашего канала. Опытный рыбак знает, что зимой, да и летом на водоеме без прикормки хорошего улова ждать не приходится. Летом, конечно, попроще прикармливать, чем зимой, ведь рыба более активна. И зимой нельзя использовать сильно пахучие прикормочные смеси. Они могут только насторожить и отпугнуть рыбу. Выход есть – советская классическая прикормка, о которой все забыли, и это обычная манка. Но важно уметь правильно прикормить. На небольшой глубине до 3 метров – это сделать проще. Каждую лунку прикармливайте только сухой манной крупой. Для этого засыпайте сухую смесь в лунку прямиком из пакетика или рукой или ложечкой один раз в 15 минут. Сначала манка будет плавать на поверхности воды в лунке, но через несколько секунд начнет медленно погружаться в воду. Манка создает столб мути, который привлекает рыбу с больших расстояний. Для подкормки на большой глубине понадобится закормочная кормушка закрытого типа без отверстий. Засыпаем манку, нащупываем дно, а затем поднимаем кормушку на 2 метра и здесь раскрываем. Следуйте советам и присылайте фотографии пойманных вами трофеев на почту, указанную в описании. Также в описании вы сможете найти ссылочки на лучшие рыболовные интернет-магазины. Всего вам доброго!